Условия таковы. Должно быть понимание по земельному участку, подключением к инженерным сетям, комплексный бизнес-план. Пусть это будет 3-4 предложения для инвесторов от каждого муниципалитета, отметил Алтухов. Главное, чтобы проекты были детально проработаны. Только таким образом край повысит качество заключаемых соглашений и доведет их до логического завершения. Все инвест-предложения муниципалитетов пройдут строгий отбор. Изменится и формат презентации проектов. Помимо привычных макетов, регион представит инвестиционный потенциал при помощи современных технологий визуализации. Кстати, регистрация на форум уже открыта. Также разработаны деловая и культурная программы, определены места размещения гостей, порядок встреч делегаций, проведена работа по вопросам транспортного и сервисного обслуживания форума. Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» пройдет с 29 сентября по 2 октября на площадке главного медиа-центра в Олимпийском парке. Традиционно форум собирает порядка 9 тысяч участников из российских регионов и более 30 стран.